Самая горячая точка областной больницы сегодня – травмпункт. Опасная комбинация снега с дождем сделала свое дело. Обращений почти на треть больше обычного. Раны, ушибы, растяжения, вывихи. Так, нормально? Больно. Хорошо. Кулачок согнули, разогнули. Хорошо, молодцом. Колечко надо будет снять, раз ушиб руки, значит, без колечка надо ходить. Главная рекомендация упавшим – не тревожить больное место. Если получится, постараться его чем-нибудь зафиксировать. Но и тут лишний энтузиазм может навредить. Нежелательно помогать вправлять конечности или дергать руку. Ни в коем случае не перетягивать ее очень сильно, передавливать, не вызывая дополнительную боль человеку. Как признаются медики, тяжелее всего работать с теми, кто после падения махнул на свою боль рукой. Понадеяться, что само пройдет. Без медицинского вмешательства перелом будет заживать дольше, да и кости могут срастись неправильно. Вывод один – упал, иди к травматологу. Травма всегда неожиданна. Никто не просыпается утром с мыслью, что сегодня подходящий день сломать себе ногу. Тем не менее, есть несколько рабочих способов, как значительно снизить риск травматизма. В непогоду, подходя, поднимаясь или спускаясь по лестнице, идите не прямо, а немножко боком. Это значительно снижает риск того, чтобы упасть и удариться затылком об лесенку. По крайней мере, так утверждают специалисты. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».